Под стеклянной крышей ленинградского манежа состязались сильнейшие легкоатлеты страны. Забег на 80 метров с барьерами. На первой дорожке бежит москвичка Ирина Пресс. Она вырывается вперед и финиширует с отличным для начала сезона временем 10,8 секунды. Интересная борьба завязалась в секторе для прыжков. Высоту преодолевает Виктор Большов. 2 метра 17 сантиметров. Рекорд спортсменов вооруженных сил. Состязание прыгунов в шестом. Здесь лидирует ленинградец Игорь Фельд. Высота 4 метра 70 сантиметров. Взята. 19-летняя ленинградка Надежда Чижова хорошо подготовилась к летнему сезону. Чижова одна из новых учениц тренера Виктора Алексеева. Интересно, а как выступит сегодня лучшая ученица этого тренера, Тамара Пресс? Отличный результат! 17 метров 75 сантиметров! Новое мировое достижение для закрытых помещений! На старте Татьяна Щелканова, Ленинград. 6 метров 39 сантиметров! Еще одно мировое достижение! Под открытым небом соревнуются метатели молота. Побеждает олимпийский чемпион Рамуальд Клим из Беларуси. Армейские атлеты стали победителями всесоюзных весенних соревнований. Впереди большой легкоатлетический сезон, сезон Европейского кубка по легкой атлетике, сезон новых рекордов.